Вот прием, который я применяю для исполнения быстрых однооктавных арпеджио. Буду играть тональность ля мажор, начинаем с ноты ми. На третьей струне это квинтовый тон. На второй струне имеем тонику. И на верхней струне имеем до диез, это мажорная терция. И снова. Снова квинта октава выше на верхней струне. И вот такую аппликатуру мы получили. А тэппинг мы используем здесь. Играем верхнюю ля, октавой выше тоники. Что касается звукоизвлечения, то правая рука исполняет первые три ноты приема sweep, метла. И hammer on от до диез к ля и тэп ля. Срыв от ля к ми и срыв к до диез. И вниз без медиатора, только hammer-on. Сыграем медленно, послушайте, как получится звучит. И ускорим. Когда я играю быстро, я часто вообще не использую медиатор, но для начала можете пользоваться им. Арпеджио, исполняемое таким образом, интересно еще вот чем. Правой рукой вы можете тапировать разные ноты. Например, в арпеджио мажорного септаккорда я тапирую ноту соль диез. Правой рукой, и вот как это звучит. И в конце я добавляю соль диез также и на второй струне. Создавая более выраженное звучание мажорного септаккорда.